Итак, полетели. Так быстро все. Не успею пройти. И тишина. Стоп, я тоже хочу. Жди. Радиация все равно плавать. Еще все прибавить. Нехорошее. Зачем вообще нужны фиолетовые фокусы? Объясняю. Фиолетовые фокусы нужны для создания ультрацветовой брони силовой. Без них ну никак. Вот поэтому прыгаем на взрыв. Погнали, поэтому что у нас радиация нас поедаем. Значит, антирадинчиков и что мы? Нет. Та-та-та и радикс. Слабенько. Ладно. Ще розбавлений один. Біжимо далі. Це ж у нас тут.
конечно, без правил за тупую яг. Ну, я знаю, что если ты припарься, правильно? Патрончики. Я только не понимаю, зачем мне для другой указ брать патроны. Так что ты быть есть хочешь? Вечно ты что получишь? Хуй мясо, специи, соль. Схемочка провалила. Золотишко, схемочка. Так, разберем шмот. Какие там нам не нужен. Три звездочки, хорош. Это нормальные эти подняли. Хамелеончик. Ладно, пошли. Радиация тут. Нас хавает, ага.
не сажает. Просто я с ним сейчас буду полчаса сражаться. Понятно, для чего. Хотя я могу сделать по-другому. У меня есть чудотворное оружие. Поддержки нет, кого нет. Надо из зоны поражения вернуться. Что мы можем подгрузить? Хавануть, чвякануть, подобрать. Вы не можете пойти туда. Чё? Типа сеточка от взрыва, сейчас я понимаю. Натворила чудеса, да? Что-то до меня прилетит? Так, а что за у нас за растение? Там на их чималунка летает. Красиво растет, какой-то. То ли дерево, то ли дуб, то ли хрень пойму. Якась хрень на мене нападе. Вам тут трохи вдаляється. Так,
Интересно, аномалия. Кто мог быть хлопчики там что-то чудить? Ага, это мы почти уже вышли с этого круга. То есть тут, да. Вон. Что, прошло? Не прошло. Так, заходишь. Есть апокалипсис. Да, все, говорите, в радиации. А так, стой, чуть-чуть зайти. Нема ни апокалипсиса, ни радиации, ничего. Опа-на. Броньки все чисто. Так, где моя штурмовая рычажечка? Тик-тик. Рычаж... О, и пропал этот. В рычажке подальше будет этот. Короче, не будем мы ее пока трогать.